Всем привет, меня зовут Александр, и сегодня я хотел бы вам рассказать, как настроить портмаппинг на модеме промсвязь M200A. Для начала зайдем в настройки модема. Для этого нам нужно открыть любой браузер. Я использую Mozilla Firefox. В адресной строке нужно набрать IP-адрес модема. По умолчанию это 192.168.1.1. Мы попадаем на окно аутентификации. По умолчанию имя пользователя и пароль это админ. И пароль тоже админ. Вводим ОК. Попадаем на настройки модема. Портмаппинг нам нужен для того, чтобы настроить две залы, или три залы, или четыре залы, или вообще убрать залы и оставить четыре порта для подключения интернета. В общем, для того, чтобы как-то изменить настройки для нашего IPTV и для нашего интернета. Где это находится? Выбираем Advanced Setup. Далее выбираем VLAN. Убеждаемся, что VLAN Function стоит Activated, и выбираем Sign VLAN PV Twitch Interface. Значит, мы будем настраивать залу на 3 и 4 порт, как это обычно бывает. Ну, по аналогии можно будет настроить и на 2, 3, 4, и на 1, 2, 3, 4, или вообще убрать. Значит, по умолчанию настройки имеют вот такой вот вид. Давайте их немножко исправим. Я не буду полностью объяснять, что за что отвечает. Это, ну, довольно сложно для понимания с первого раза. Просто сделаем так, как нужно сделать. Значит, выставляем 1, 2. Здесь меняем 1, 1, 1, 1, 1, 1. Здесь оставляем 1-1, а вот здесь на порт 3 ставим двоечку. То есть она у нас будет раздаваться на 3-4, будет раздаваться наша зала. Здесь оставляем тоже по умолчанию. Нажимаем Save, нажимаем кнопку Next. В этой таблице нам нужно сделать только одно. Выбираем здесь единичку, она у нас здесь была выбрана. И здесь убираем галочку с третьего порта. Говоря о том, что у нас будет раздаваться интернет только на 1 и 2. Дальше переходим на следующую вкладку, нажимаем Save, выбираем модем задумается, сохранить настройки, выбираем VLAN Index 2, и здесь мы изменим следующие настройки, поставим на порт 3 галочку. Все, больше мне здесь ничего не нужно, нажимаем Save. Все, на этом портмаппинг настроен. На данный момент мы настроили его на 3-4 порт. Залу можно будет, соответственно, подключить и в 3-й, и в 4-й порт. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока!